Государственная программа социальной поддержки города Севастополя, четвертая подпрограмма поддержка общественных организаций, предусмотрена определенный объем ассигнований на этот год в размере 500 тысяч рублей именно для поддержки социально ориентированных коммерческих организаций, общественных организаций инвалидов. Поэтому на сегодняшнем заседании правительства был вынесен проект постановления, который был принят именно об утверждении порядка предоставления субсидий коммерческим общественным организациям инвалидов. Поэтому мы благополучно на сегодняшний день запустим этот механизм, и те общественные организации инвалидов, которые обратятся в адрес департамента, будет рассмотрена возможность оказания им и выделения субсидий на поддержку их деятельности. По данным, которыми располагает Департамент труда и социальной защиты, по состоянию на сегодняшний день таких организаций 17 в городе Севастополе, которые могут обратиться, и все обратившиеся на момент вступления в силу этого постановления, все заявления будут рассмотрены, и какую-то определенную сумму, согласно порядку, там рассчитывается по формуле от общего объема ассигнований, выделенных в бюджете, предусмотренном в бюджете города Севастополя на этот год, конечно же, им эта помощь будет оказана. Порядком предусмотрен определенный пакет документов, которые общественные организации должны предоставить. Одним из условий является, что эта общественная организация в соответствии со своими уставными документами должна осуществлять определенную деятельность не менее года с момента своего создания. Поэтому 17 существует, но давайте мы начнем с чего-то эту работу, потому что действительно их нужно поддерживать. Может быть, на сегодняшний день это не такая большая сумма денег, но нам бы хотелось, чтобы обратились, получили, попробовали. Ведь все-таки нужно не забывать, что общественная организация должна отчитаться о той деятельности, которую она провела. Она должна предоставить будет соответствующие финансовые отчеты, вот, чтобы мы понимали, что эти деньги уходят именно для тех мероприятий, чтобы наши инвалиды, которые являются членами общественных организаций или не являются членами общественных организаций, чувствовали поддержку государства.